Говорю же! Смотри, ты видел, он меня привел! Он меня привел куда надо, какая-то цепь, подобрал цепь, хорошо. Я сейчас себя снимаю немного вслепую, потому что у меня экранчик сел, который показывает, как меня видно, поэтому могу быть без лба, без носа, без рта. Ну, в общем-то, всем привет, добро пожаловать на канал Телекоплей. Мы с вами сегодня играем в Пеннивайза, в Клоунов, в Death Park, многие просили поиграть. Я надеюсь, что сегодня мы пройдем эту игру, потому что, мне кажется, не так уж много осталось. Мы проходим ее на уровне призрак, то есть клоун нас не видит, но, тем не менее, от этого нифига не проще. Поехали играть. Не успела я зайти в игру, как меня сходу заимела реклама. Смотрите, значит, я взяла какой-то будильник в прошлой серии. Я сейчас закрою еще окно, чтобы мне было хоть как-то получше видно, что здесь вообще происходит. Короче, что, вот это все, что у меня есть, да, на данный момент. Хорошо. Мы можем, в принципе, с вами не сильно бояться клоуна. По-моему, насколько я помню, он у нас с вами... на режиме «иди в жопу, дурачок», потому что он у нас на режиме «призрак», и мы можем с вами особо не бояться и особо не бздеть. Я, конечно, до конца не понимаю, зачем нам нужен замок, зачем нам нужен будильник, что с этим делать. Я просто не видела никаких вариантов, куда это можно засунуть, но думаю, что вот здесь, в принципе, вот в этой вот, как бы сказать, блоке администрации мы с вами все сделали. Вот, единственное, возможно, что-то нужно сделать в палатке, но в палатке мы с вами лазили, в палатке мы с вами что-то делали, вот, но давайте войдем в цирк, может быть, я что-то не заметила. Боже, я хочу выколоть глаза, я хочу себе выколоть глаза, знаешь почему? Потому что они меня достали со своей вонючей рекламой. Этой рекламы в этой игре слишком много. Вот реально ее слишком много. Это не та игра, в которой ты хочешь смотреть игру. Фу, да. Да, видимо, так думают люди, потому что мы действительно здесь, видимо, не хотим смотреть игру. Я почитала то, что можно вроде бы как, когда ты играешь на нормальных уровнях сложности, покупать всякие плюшки, чтобы клоун тебя особо не доставал. А, можно вот эту, кстати, пока что закрыть штучку, зачем она здесь висит и мешает нам. Ну, я просто ее потереблю, потому что просто могу. Да, мы в прошлый раз в этой с вами комнате что взяли? Мы с вами взяли здесь будильник, он вот тут стоял, и взяли замок. А тут можно, кстати, сохраняться, но зачем? Ты умрешь тут. Тут нужен какой-то пароль, но пароля у меня нет. Я не знаю, какой здесь может быть пароль на самом-то деле. Значит, нужно найти то, что поможет мне с паролем. А можно включить свет? Я ж ничего не вижу. Я как будто плыву в какую-то темноту. Зачем? Наверное, то же самое чувствует какой-нибудь врач, смотрящий в недра нашего тела, потому что там вот, вот примерно, я думаю, вот так вот там видно, только все вокруг красненькое, там всякие стеночки, вот это вот железки, приятного аппетита тем, кто кушает. Да-да-да, вы знали, на что подписывались, когда включали данное видео, это я. Это мои рассуждения про сосиски, еду, всякие мерзости, ну да, я такой вот конченый человек. Конченый, законченный, переконченный. У меня, между прочим, 655 монеток. Сейчас будет реклама. Ха, 100%. Бляха, гадалки не ходят, отвечаю. Я выиграла. И нет, не нужна мне подсказка. Подожди. Подожди, у меня, значит, есть ключ. Откуда этот ключ? Хоть бы писали там, ключ для открывания какой-то жопы. Я ж не знаю, я что, помню, что ли? Вот, типа, вообще, конечно, молодцы. Вы классно это... Что делать? Что делать? Ладно, хорошо, мне придется сейчас посмотреть еще одну рекламу, потому что я не знаю, что делать. Я реально не знаю, что делать. Найдите слайд в подвале. А где был подвал, простите, пожалуйста? Я что, помню, где был подвал? Я что, по-вашему, помню? Подвал. Подожди, подвал был где? Где был подвал? Подвал, наверное, был где-то в административном здании, судя по всему. Но здесь точно его нет. А в цирке, шатре мы были, там тоже ничего нет. Значит, остается администраторский блок. Значит, нам нужно с вами сюда. Давайте зайдем, посмотрим, может быть, повезет. Я надеюсь, сейчас реклама не сработает. Она иногда, когда ты быстро успеваешь перескакивать между локациями, она не срабатывает. Блин. Вспоминаем, где может быть... А, все, я вспомнила, ты прикинь, я вспомнила, где может быть подвал. Так, тихо, подожди, слышь, ты что? Ты что такой дерзкий, ты что сюда вышел? Ты что сюда вышел? Это моя территория, я помню, что она здесь. Здесь, короче, есть щель, в которую мы можем сейчас с вами пройти. Мы можем сейчас с нее с вами вот так вот сюда зайти, вот, и мы окажемся с вами, по идее, где-то там, бляха, в подвале. Нужно найти какой-то, мать его, слайд в этом вонючем подвале. Я так и не понял, наверное, просто с пересеру его где-то не заметила, но мы же реально были. А эта дверь закрыта, да? Блин, а что тебе сложно дверь, что ли, открыть? Возьми, открой дверь.
Слышь, не моргай. Ты чё моргаешь? Я тебе запрещаю моргать. Я тебе запрещаю моргать. Не моргай. Вот. А вот это, по идее, подвал, да? Давайте, короче, ходить здесь кругами. Значит, в чем? Мы в прошлой серии... Тихо, тихо, не надо, не пугайте меня. Повинтили вот этот вентиль. Это я помню. Где, может быть, здесь слайд? Может быть, в коробке? Нет. А логично, может, на полу? Может быть, он лежит на полу? Слышь, клон, ты... А, может быть, в этой фигне, в которую я, типа, заходила, он меня там причморил? Может быть, где-то там? Он меня в прошлый раз убил. Но сейчас я бегу кругом, правильно? Кругом. А, может быть, вот это? О, а нет, здесь, подожди, здесь сохраняшечка. Здесь сохраняшечка и прятушка, припрятушка. Как бы больше тут ничего нету. Да хорош стучать, сердце, ну не нагнетай, пожалуйста. Не нагнетай. Так, клоун, здрасте, Пеннивайз, проходите. Но он сейчас мне ничего не сделает, поэтому я его не боюсь. Куда идти, ты понял? Ты можешь мне объяснить, куда идти? Может быть, он нас проведет? Может быть, он нас проведет куда надо? Давайте идти за ним. Фига он огромный, ну короче, такой здоровый. Смотри, как... О, говорю же, смотри, ты видел, он меня привел. Он меня привел куда надо, какая-то цепь, подобрал цепь, хорошо. Видишь, иди за клоуном, клоун тебя приведет. Вот, слайдик, замечательно, нашли слайдик. Больше здесь, я так понимаю, делать нехрен, поэтому... Опа, мешочек с золотом, я же маленький репликончик. А, пошлите тогда отсюда, вот выход. Кстати, блин, прикольно, видишь, пошли за клоуном, нашли все, что нужно. 670 монеток у меня есть, я думаю, на них можно покупать всякие плюшки, но они нам не зачем. Почему не открывается дверь? Что слушаешь? А, подождите, а может быть этот ключ-то от этой двери? О, стой, подожди, дай с тобой пройду. Ну, блин, ну ты че, ну, братан, ну... Вот, видишь, использовать ключ из подсобки. Все, теперь у меня открывается эта дверь. Я молодец, поняла методом интеллектуального тыка, что это вообще такое, для чего этот ключ нужен. Теперь он хотя бы не будет валяться у меня в инвентаре и мозолить глаза, что я там куда-то что-то не пристроила. Нужно теперь отсюда как-то выйти. Я все время забываю, где здесь дверь. Ее здесь просто тупо-напросто не ведут, это, по-моему, дверь, да? Все, выходим. Оказывается, все это время ко мне пытался попасть голодный кот, который очень сильно хотел кушать. Я открыла ей дверь, она пошла кушать. Просто когда она начинает орать по двери, я знаю, что она очень сильно любит очень часто делать просто так, чтобы ей открыли дверь, она посмотрела, типа, что я тут делаю, и ушла. Поэтому меня это раздражает, меня это отвлекает работа. Видишь, сегодня я прям проспичила пожрать, она там сидит, хрустит своими хрустиками. Хрустит. А, ну что, у меня есть... Да хорош, слышь, где хлюпает? Кто? Подожди. А, вот он, смотри, хлюпает он. Фу, какой он мразотный. Вот я не знаю, как играть в эту игру, когда вот ты на нормальном уровне сложности. Я здесь вот на этом, на призраке обсираюсь, его боюсь. Но зато мы сейчас с вами поймем, что здесь нужно делать, правильно? Это же логично. Так, а где мой слайдик? Я заслужила. Вставляем. Использовал. Так, цифра... Это что за цифра? 7? Вчера я услышал, как военные говорили что-то про психологическое оружие. Усиление страхов или что-то подобное, я мало понял. Ну, ты же ребенок. На слайде цифра 7, запомни ее. А дальше что? Допустим. Теперь у меня есть весь код, кажется, я знаю, где его использовать. Ага, я тоже, кажется, знаю, где его использовать. Я тоже догадываюсь, есть у меня одна теория, где его можно использовать. В шатре, если вдруг кто-то не понял. Нам теперь нужно пойти залезть в шатер. А где мы в него залазили, простите, пожалуйста? Вот здесь, что ли? Наверное. Я не помню. Наверное, здесь. Где-то... Нет. Или да. Нет. Не-не-не-не-не-не. Так не пойдет. Так не пойдет. Нам надо с другой стороны заходить. Вот, по-моему, вот здесь заходим и вот туда сейчас бежим, и там будет проход вот в этот царский шатер клоунского Пеннивайза. Сейчас мы посмотрим. Для чего будильник? Я вот до сих пор теряюсь в догадках, но сейчас мы это с вами узнаем. Вы это наверняка уже знаете. Заходим, смотрим рекламу. Я не могу. Меня эта реклама вскрывает. Я тебе отвечу. Это такая херня. Сейчас была сисястая тёлка, которая рассказывала про типа игры, про, ну вот, по типу там вот это слотов и прочие разводняк на бабки. И она там такая, у нее сиськи здесь, ну естественно, бляха, все это будут смотреть и на сиськи. И она там что-то говорит там, знаешь, на таком пацанском сленге, что типа там щает, там на это будет, там вот так. Усик, прям реально как будто гопница какая-то тебе чешет, зачесывает тебе что-то там, лясы вот эти вот. И это какая-то, я говорю, вот смотри, мне только что пришли 25 тысяч рублей, я уже сегодня выиграла 80 тысяч. Бляха, реально кто-то ведется? Реально кто-то на это говно ведется? Важно на этого.
Все, смотри, ты умрешь тут. Нихера я не умру, смотри, у меня есть код. Проникните на арену шатра. Сейчас я проникну. Сейчас я тебе устрою самое классное шоу в жизни. А я буду кем? Я буду, наверное, этим, который вот это вот, воздушный гимнаст. Я буду, на нос похоже, кстати. Ты заметил? Вот это раз в ноздре, вот это два ноздря. Да слышь, не зависай! И вот это вот, ну, вот эти вот крылышки носа. Я тебе отвечаю, это нос. А вот это усики. Это усики, сами знаете, куда пропуск. И что? Давайте халахуп покручу. Халахуп. Во, мешочек. Слышь, а что так напряженно? Там что-то лежит. Там что-то лежит. Можно залезть в трубу. О, смотри, там лежит что-то. Что, как туда? Я хочу взять денежку. Как взять денежку? Бляха, что так темно? Слышь, свет включи. Пеннивайз. Я почти же дошла, как это, где-то здесь вот есть, вот там же тетки, когда в цирке они же проходят, как-то билеты смотрят, там попкорнусы, ладно, плевать. Опа, скрытая штучка-дрючка, вы нашли 11 из 13 скрытых проблем, ну уж почти все нашла, я почти молодец, ну почти, наверное, не считается. А что сейчас на меня выйдет, какой-нибудь тигр или кто, или кот, что на меня что-то, наверное, выйдет. Факир какой-нибудь, прикинь, наверное, Пеннивайз придет мне, зашутит до смерти, будет шутки совершить. Не, ну все, смотри, я больше тут ничего особо не смогу сделать. Это что такое? Цепь, что ли? Подобрали цепь. А зачем? Обыщите арену, обыскала. А дальше что? Выберитесь из шатра. А что из него выбираться? Что из него выбираться? Вот же дверь-то открыта, что? Вот так вот я берусь. Вот сюда залазю, и все, я выбралась. Так сложно было выбраться из шатра, я прям вообще потерялась, куда же мне идти, в какую сторону и как вообще выходить. Не знаю, зачем это была непонятная вставка, ну да ладно. Не понимаю, куда только цепи сейчас вот эти девать, куда будильник, куда замочек, вот это тоже для меня большой секрет. Ну, сейчас будем с вами пытаться разбираться, надеюсь, что все у меня получится и все будет тип-топ. Каблучки и макияж, какие-то эти самые тряпки непонятные валяются. Почему здесь вообще что-то валяется? Почему у шатра вентиляция есть? Столько вопросов. Вот это танцы сейчас были, я манала, такие горячие. Вы столько всего теряете, когда не смотрите эту рекламу. Столько всего! У меня прям мозг от них пухнет, я тебе отвечаю. Я потом себя чувствую каким-то дегенератом. Что мне нужно было сделать? У меня была подсказка, я ее не заметила из-за того, что у меня танцевали бабы перед этим. Что надо было? Что делать-то? Что делать? Что? Я не знаю, что. Но у нас что вот конкретно вот в данной ситуации, так, Пеня, давайте его обходить, типа вдруг он нас сейчас заметит, мало ли что. Что у нас тут есть? У нас есть зона машинок, на кой непонятно, вот, и что там с ней делать. Но давайте посмотрим на всякий случай, может быть сюда что-то нужно засунуть. Мне кажется, нам надо сейчас с вами, знаешь, куда идти? К лодке. Потому что с лодочкой мы вообще ничего не делали, а раз она есть, значит, что-то с этим нужно делать. Видишь, Пеннивайз за мной, сука, ходь по пятам! Хорош ходить, страшно же! Вот, видишь, мы можем что-то сделать, наверное. Я не знаю, правда, что, может быть, ты опять подскажешь, может, я пойду опять за тобой, ты что скажешь? Надо, наверное, открыть эти ворота, но как их открывать? Может быть, где-то нужно что-то сделать? Блин, опять что-то подсказку смотрю. Я не хочу смотреть подсказку. Я хочу разобраться. Поезд, карусель. Вот что делать с тобой? Может быть, нужно цепью его как-то подкрутить? Ну, там, типа, знаешь, как-нибудь, знаешь? Ну, мало ли. Я понимаю, что нам вот 100% вот сюда. А может быть... Подождите-ка. А может, нам надо идти вот по вот этим проводам? Слушай, смотри, вот, цифра 3. 3. И чё? Непонятно. Пошли по синему проводу. Может, синий провод что покажет интересненькое? Может, что-то синее... Блин, а чё, я не могу, что ли, здесь пройти? Ну ты чё? Ну ты камон? Ну как так-то? Ну ползать умеешь, прыгать не умеешь. Ну чё это за ребёнок-то такой странный? Ты совсем не ребёнок. Дети себя так не ведут. Дети должны прыгать, ползать, бегать и прочую всякую фигню делать. Ты же не можешь ни бегать, ни прыгать, ты можешь только ползать на четвереньках. Ты какой-то ясельный. Так, и чё, один? Охренеть. И чё? Может быть, отверткой поковырять, я не знаю. Давай поковыряем отверткой. Давай. Ну-ка, ковыряй. Нет, не хочет ковырять. Может быть, что сделать? Может быть, цепями приколотить?
Но для чего-то же оно нужно. Привяжите цепь к аттракциону лодку в парке. Серьезно, что ли? Я же сказала, что надо вот что-то сделать с лодкой. Но вот как? Там нету никаких взаимодействий. Как я должна была это понять? Вы меня, конечно, простите, я типа вам что, похожа на вундеркинда, что ли? Я что, похожа на абонента? Куда это привязывать? Как? А, ну етить, твою мать, ну вот уже есть заход. Вот упа. Ладно, давайте попробуем. Я не знаю, как это делается. И чё? Слышь, меня, кажется, обманывают. Как привязать-то? Как привяжите? Как привязать-то? А, вот это вот, наверное, да? Вот же! Раз, использовал цепь. Так, это раз. Значит, где-то есть такая вторая штука или что? Или нету такой штуки? Сейчас я вот так немножко... может быть, надо вторую привязать? Типа, знаешь, как бы они как веревка. Вроде бы цепь, да, но как веревка. Может быть, надо вторую тоже сюда? Слышь, что делать-то? Сказала сюда привет тебе, я не понимаю. Я не понимаю, что делать. Камон. Куда, дай, куда вторую-то вязать? Вторую-то куда вязать? Нет, не на что вязать вторую. Зачем? Ну-ка, давай дернем. И чё? Так. Ну, смотри. Она что-то, видишь... Как-то вот она, вот она цепь висит. Значит, куда-то нужно приспособить. Вопрос, куда? Вопрос, куда приспособить? Может быть, надо к вот туда вверх? Да проблема в том, что даже нигде не загорается, что куда это сувать-то? Я как должна понять? Я что, этот, что ли? В битве экстрасенсов участвую? Да подними голову свою, голову подними! Ну-ка! Нет, ну а что делать-то? Может быть, к веревке? Что делать, я не понимаю. Привяжите лодку, цепь к лодке. Я прицепила с одной стороны. Это как? Вот эту вот, куда прицеплять? Куда мне прицеплять вот эту часть? Вот эту, что делать с этой частью? Вот со второй, со вторым куском цепи, что делать? Может быть, замок? Может быть, отвертку? Может быть, фонарик? Может быть, часы? Может быть, часы вот сюда? Что делать-то, я не понимаю. Привяжите. Куда, бляха, привязать? Куда вязать-то? Пеннивайз, помогай, ты где? Ты где, тварь, приходи сюда. Это сложная загадка. Это пиздец. Ну, очень сложно. Очень сложно, я не понимаю. Давай подумаем. Может быть, может быть, может быть. Может быть, я, конечно, не знаю, но может быть. Да, ограда выглядит очень прочной. Может быть, ее нужно вырвать? Ну-ка. Да, смотри. А чё? Ну-ка, ну-ка, куда идем? И теперь здесь её нужно скрепить. Мне кажется, нужно что-то, чтобы скрепить цепи. А мне есть чем скрепить? Замок! У меня есть замок. Я тебе отвечаю, у меня есть замок. Давай 100% замком скрепим. Конечно, можно изолентой, но у меня есть замок. Вот, видишь? Лого написано. Чьё-то лого. Все? Смотри, Пенька сюда пришел. Ну ты меня не найдешь. Ты меня не поймаешь, не догонишь, не вернешь. Я сегодня убегу, я посмотрю, как вообще что делать здесь. И будем пытаться. Смотри, раз! И вырвала. Ты чувствуешь мою мощь? Не надо шутить со мной, мразь. Проникните к колесу обозрения. А что в него проникать? Смотри, как сложно проникнуть в него. Оп, и все, я проникла. Смотри, я проникла в колесо. Оп, и что, я в колесе, все. Опа! Очередная скрытая штучка. 12 из 13. Значит, где-то есть... Теперь нужно правильно затеребить рычажки. То есть нужно, наверное, опустить какой первый, какой второй. Синий был первый, вот это был второй, а вот это был третий. Нет? Значит, тогда вот это был первый, это был второй, это был третий. Да, но я у мамы хакер. Я просто бегала вокруг этих щитков. Я помню, какие там числа. Я все время держала их в голове, потому что думала, может быть, это какой-то код. И вот, это действительно какой-то код. Видишь, даже не пришлось бегать. Даже не пришлось бегать, я вообще красавица. Нужно запомнить, какие я вообще нажимала, чтобы потом в будущем не было проблем. Я хочу еще сейчас немножечко оббежать здесь, на самом-то деле, чтобы вдруг тут где-то лежит вот эта вот припрятанная последняя штучка, 13-я. Я, конечно, думаю, что я ее где-то просрала. Вопрос только где, может быть, где-то она на карусели, типа, знаешь, карусель. Ну, может быть, вот... Ну, ладно, что, как ехать-то? Поехали! Пеннивайз, ты лошара! Ха-ха! И чё, куда я поеду? Мы сейчас просто нашли выход, чтобы спрыгнуть, да? А если я спрыгну, я умру?
А, я не могу спрыгнуть. Блин, а я хотела. Тут как раз вот нет шторок, знаешь, что этих дверей можно было бы проверить, что будет. А, ну а смысл-то? Это же не выход. То, что сейчас будет, это не выход. Мы же можем так кататься до бесконечности, но рано или поздно мы опустимся вниз, и нас типа с вами поймают. Вот, давай, вот здесь, мне кажется, можно выпрыгнуть. Давай, ползи. Выползай, вываливайся. Ну! Руки не высовывай за борт. Сейчас раз и сломается, да? Поднимитесь на колесе обозрения. Куда? Теперь можно выйти? О! Это что это такое? Это что за дорога? Я в рай иду, что ли? Я серьезно? Я заслужила рай? 754 голды. А здесь я могу спрыгнуть? Блин, да что ж такое? Почему я хотела спрыгнуть? Я хотела посмотреть, что будет, если я упаду. Я хотела посмотреть, что будет. Там какая-то дверь. Мы сейчас либо проснемся, это конец игры, либо там какие-то новые веселые приключения. Ну-ка, открывай дверь. О, это моя комната, смотри. Хе-хе, моя комната, и чё? А если я выйду? Заперто, смотри. Чё написано? Мои дела на неделю — завершить уровень призрак. Завершить уровень легко, нормально, сложно, экстрим. Открыть концовку смерть. Открыть хорошую, открыть плохую, открыть скрытую. Открыть скрытую номер. Да нифига себе. Вырубить клоуна 10 раз. Простите, а чем его вырубают? Купить все улучшения в магазине. Ни хрена себе, я вообще ничего не сделала. Я вообще ничего не сделала в данной игре. Наверное, мне нужно лечь спать? Кажется, тут ничего нет. Чего-то не хватает. А, я знаю, чего не хватает. Не хватает будильника, да? Все, сейчас проснемся с вами, смотри. Это хорошая концовка или это такая херово нормальная концовка? Наверное, ну хорошая. Открывай глазки, Джорджи. Мы не будем это пропускать, мы будем сейчас с вами смотреть. Сразу реклама. Я что, в дурке? Да ладно, ты чё? Какая дурка? Поздравляем, теперь вам доступна дополнительная плохая концовка на легком режиме. А, хорошо, но чё-то как-то эта концовка мне не сильно понравилась, это значит, что мы сошли с ума. Победа! Плохая концовка. Поздравляем! Надеемся, что вам понравилась наша первая игра. Пожалуйста, цените ее, бла-бла-бла, пожертвовать. Я не буду вам жертвовать, только потому что у вас столько лет рекламы, вы и так нормально с нее зарабатываете. Вы и так нормально с нее зарабатываете. Хорош, клянчите с меня деньги. Слушайте, ну я уже сказала, что я не сильно довольна такой концовкой, мне она не понравилась, я хочу хорошую концовку. Жалко нашего героя, то, что он слетел с кукухой, теперь сидит где-то там в своей больнице вот в этой, я даже догадываюсь, в какой. Mount Massive, ссылочка к этому Outlast, кстати, смотрите его на моем канале, и смотрите мои другие ролики тоже на этом канале, они такие же классные. Увидимся с вами уже очень скоро, спасибо, что посмотрели это видео. Будем, думаю, играть скоро на легком уровне сложности и пытаться пройти эту игру уже, когда клоун нас с вами будет видеть. Так что увидимся.